Более 70 представителей территориальной обороны приняли участие в учебно-методических сборах по Володарской области. Участники обсудили организацию боевой подготовки и управление частями, применение сил территориальной обороны и военно-патриотическое воспитание молодежи. Отмечу, что сборы проводятся третий раз 2017 года. По итогам мероприятия в номинации «Лучший отдел территориальных войск» первое место занял отдел регионального командирования «Восток». Практически отрабатываем вопросы по разведывательным пунктам приема личного состава, техники. Разъясняем порядок слаженности работы полностью администрации пунктов мобилизационных приемов для командиров частей, местных исполнительных органов, а также помощников акимов областей на данных занятиях. Вместе с тем мы также проводим занятия по военно-патриотическому воспитанию, совершенствованию этих вопросов.